Сегодня Великая Суббота. Это день, когда Христос, умерший на кресте, спустился в ад, чтобы проповедовать находящимся там людям и привести их к вечной радости. Великая Суббота – это переход от смерти к воскресению, от страдания к радости. Это день таинственного молчания, когда Христос встречается с тайной смерти и преодолевает ее. Великая Суббота символизирует глубину божественной любви, которая достигает самых низов человеческого существования, чтобы спасти нас. Именно в этот день наши души должны пребывать в тишине, в ожидании и молитве. Вместо того, чтобы погружаться в печаль, мы должны постигать значение этого перехода от смерти к жизни и готовиться к встрече с воскресшим Христом. Великая Суббота – это время, когда мы призываемся к глубокому размышлению о мистерии Христовой смерти и воскресения. Это день, когда мы можем осознать всю глубину божественной любви и вместе с Христом преодолеть все наши страхи и надежды. Пусть это время будет для нас моментом духовного роста и подготовки к торжеству воскресения. Вместе прославим воскресшего Христа, источника нашей надежды и радости. С Великой Субботой вас!